Расколет волосы Катрин, в руках слегка дрожали руки, полулюбовь, полуразлуки и сладко-ревностные муки в глазах смеющихся Катрин, в букетах желтый и кармин, нонда и карта, как итог, страстей, ошибок, расставаний, суетных слов, обещаний, надежд, тоски и ожиданий, какой пленительный итог. Давай опять начнем со строк. Расколет волосы Катрин. Tu confessa, amore mio, io non sono più solo, l'unico. Hai nascosto nel cuore tuo una storia irrinunciabile. Io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero. Sono il dolce col fondo amaro che non mangi più. Ma perché tu sei un'altra donna? Ma perché tu non sei più tu? Ma perché non l'hai detto prima? Chi non ama non sarà amato mai. Che ne hai fatto del nostro bene? È diventato un freddo brivido. Le risate, le nostre cene, scene ormai irrecuperabili. Io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero. Наша первая ночь в Минске была в таком маленьком-маленьком номере, тоже потом мы разошлись, перешли на 205-й, на 200-й. Я помню, я была вот в этом оливковом платье, с нашим Сюда мы приезжали, ой, даже не помню сколько раз, наверное, очень много. Тогда мы жили с тобой в гостинице. Ты привозил меня сюда сначала на машине. Каждое утро я приходила на работу с букетами цветов. У меня там был просто ботанический сад. Все мне очень сильно завидовали. Я приходила на работу, была уставшей уже с самого утра. Потом еле-еле доживала до обеда. После обеда меня страшно клонило в сон. Потом я ждала до шести. После шести ты уже приезжал, я снова оживала и бежала на встречу с тобой. Да, хорошенькое было время. Часто потом парковались на этой стоянке. Здесь нас тоже уже все знали. Малышка наша появилась тоже здесь. Я помню, ну до последнего не верила, что она у нас будет. Но это было огромное счастье, Вилли. Дорогущий мой, припоминаешь? Это ты мне подарил здесь. Сейчас нам Осака как дом родной, а поначалу, когда все только начиналось, мы были здесь только один раз, и тогда сидели в этом зале. Больше мы, кстати, сюда не ходили. И ты мне это здесь подарил. Наше первое путешествие.
помню, это был, в общем-то, наш первый вечер, когда мы поехали первый раз в гостиницу, ты встретил здесь меня с курсов. Это был с охапкой желтых роз, шапки, в расстегнутом настежь пальто. Почему-то ты тогда был без машины. Какая-то у нас была такая очень нервная встреча, потому что я помню, на курсах я совершенно не думала об учебе. Я все 3 часа сидела, думала, придешься, не придешь, как все это будет. Ты меня здесь встретил, и мы пошли в метро. Это было так странно, вообще все было очень чудно. Сколько раз я такая замерзшая, голодная, выбегала с курсов. Ты меня здесь встречала, я тебя целовала, обнимала, и мы ехали ужинать. Волчок же помнит, как откармливал здесь очень-очень долго кисоньку. Каждый вечер после занятий мы сюда приезжали, перед гостиницей. Я наедалась, я была очень голодная-голодная, брала огромную котлету ягнёнок, которую здесь сейчас, к сожалению, уже не дают. Очень часто у меня болел живот, я ложилась на волчка, кушал, он меня проходил, только после этого не становилось хорошо. Wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand. I'm your man. Crazy, do the mambo like a crazy with a hey, mambo, mambo Italiano, hey, mambo, mambo Italiano, go, 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 you mixed up Siciliano, all you Calabrese do the mambo like a crazy with a hey, mambo, mambo Italiano, hey, mambo, mambo Italiano. А это мы уже, Волчок, с тобой вместе отдыхаем. Пиво попить с Волчком мы любим в Моллисе. Я смотрю на облака, снежит в кургорять, а девочка с косичками пьет бин-25. Я смотрю на черный лес, что-то света мало, если чудится в ветвях плюшевый коала. Рыжий кот, как кенгуру, прыгает в сугроб, улыбнется, как ехидна, финский хлебород. Я уставлюсь прямо вниз, где-то подо мной, Катрин чертит на песке голую ногой. Посмотри на океан, где-то далеко, твой печальный господин пьет вдову Клико. Волчок, кто на нашем месте теперь паркуется? Волчок кулинар.
Все начиналось лет 10 назад, точно. 10 лет назад я пришла сюда к тебе на работу. Зашла в эту проходную. Меня проводили. И дальше я попала в твой кабинет. Я тебе уже рассказывала, я очень хорошо помню, как это выглядело. Был какой-то такой тоже зимний, очень холодный вечер. Нет, это же был день. И ты стоял лицом к окну. Я к тебе зашла, ты повернулся, посмотрел на меня, ну, не знаю, наверное, вот это вот выражение твоего лица, я помню по сегодняшний день, хотя уже столько времени прошло, но вообще с этим местом связано очень много воспоминаний. Сколько я здесь проработала с тобой, наверное, ну, может быть, около лет 5. И много чего здесь было. Даже не могу сказать, началось ли все здесь или, может быть, где-то в другом месте. Но, по крайней мере, поцеловались первый раз мы именно здесь. У нас с Волчком было несколько домов, а это самый первый, настоящий. А это уже наши некоторые совместные путешествия. Куда пойдем? Какие там фото не видел? Смотри, даже секундные стрелки, часы. Как красота. Лапа, ты видео снимаешь. Ты жмурик, лапа. Волчок мой милый, дорогущий,
весь мир наш с тобой.